Ребятки, всем приветики, с вами Роман, видео создано в ознакомительных целях, является прицелом каким-либо действием. Пишите комментарии под этим видео, два человека получат 50 рублей на PR-кошелечку. Поговорим сейчас о проекте Sweet Oil. Я только что создал здесь депозит. Проект называется Sweet Oil. Значит, предлагает нам, смотрите, предлагает нам такие тарифные планы. Стартовый 1.5% в сутки. Easy, минимальная сумма $10, максимально $500. Депозит с возвратом. Medium, минимальная сумма $50 на 25 дней, депозит с возвратом. Ну и чем больше вы инвестируете, тем больше вы получаете. Компания работает, смотрите, Spare, Perfect Money, Advanced Cash, Bitcoin, Litecoin, Dogecoin. Очень много платежек, видно, что компании постарались, сколько много платежек присоединили, даже Tron есть. Инвестировать можно как с Tron, так и с других платежек. Я сюда сделал депозиты. Давайте посмотрим мои депозиты. С Payer инвестировал сюда $125. Зашел на $100 и зашел на $25. Потому что проект топовый. Очень много блогеров о нем говорят. И я вижу, что он хорошо развивается. Администрация закупила очень много рекламы. Поэтому я вижу, что можно компании доверять. Компания у нас работает. Давайте посмотрим, сколько у нас работает компания. Так. Ну, компания уже достаточно нормально работает, потому что, видите, уже $800 выплачено, это уже выплаты пошли, и тело депозита. Вот у нас стартовый этот тариф, план. И также партнерская программа 5.2.1, очень хорошая партнерка. Так, ну что, давайте мы сейчас разыграем конкурс, разыграем наших победителей. Давайте сейчас попробуем через рандомайзер разыграть. Ссылочку оставлю под видео. Кто хочет, тот может поучаствовать. Насильно ничего не заставляю, ничего не рекламирую. Рассказываю только, где я зарабатываю. Тут, как всегда, рандомайзеры не работают. Будем выбирать вручную. Так, а вручную мы не можем выбрать, потому что или YouTube не отображает, или комментариев нет. Видео только что вот загрузил буквально. Еще пока комментарии не написали. Так, ну ладно, что ж. Ссылочка остается под видео. На этом желаю вам удачных заработков, не забывайте о рисках и до новых встреч.